Бешеный Дед Мороз против Деда Мороза. На! Это тебе за тот раз. Привет, дорогие друзья, с вами Дима, Серега, стаканчик Kingdom Fire, RG, Dark Dragon, пацаны, поздоровайтесь. Всем привет. Здравствуйте. Ребята, сегодня у нас новогодняя серия, мы скачали классную карту, где стоит много новогодних елок. У нас сегодня бешеный Дед Мороз, бензопилой, не знаю, почему я так решил, но это очень весело. И у нас есть небольшой дом, где мы будем от него убегать и выживать. Если тебе тягушня, приятного аппетита, а мы должны разбегаться. Новым годом, хо-хо-хо. Бешеный Дед Мороз. Так, я ничего не вижу. Вот так будем лучше. Прячьтесь, ведь я вас всех найду. У тебя этот хорошо в роль вжился, мне нравится. Ну что? 3, 2, 1. Серега может начинать нас искать. Бешеный Дед Мороз в действии. Это я, Дед Мороз. Я подарки вам принес. Кто не спрятался, я не виноват. Серега, у тебя там этот... бензопила плохо заводится. Я слышу, как он там мочит всех внизу, это очень жестко. Ты неуправляемый, смотри, что я делаю. Ребята, хочу сказать вам от себя. Всем спасибо, что вы были весь год с нами. Подписалось очень много человек. На моем канале наступило 1 000 000 подписчиков. Я получил золотую кнопку. Очень много всего классного произошло. И хочу всем сказать большое спасибо. Поздравить с наступающим Новым годом. А кто уже будет смотреть ролик в Новом году? С Новым годом. Всем спасибо, что у меня есть. Я продвигаюсь на второй этаж. Серега, это жестко. Твоя бензопила затминает все. Где ты? Где ты? О, заводит. Заглушил. Я что-то там забыл. Ты как раз маленький, Стив, как раз. О, у меня в тему, да? Да. Сидим, мы сидим. Я слышу Серегу. Это очень громко. А, Серега, я этот, на втором этаже. Ой-ой-ой, на улице снег идет. Я тут всех мочу. Да ты псих какой-то ненормальный, да я буду всех мочить. Где Серега? Возьмем монтировку, чтобы видеть, где Серега. Ты куда полез, Серег? Пацаны. Такой в окно залез на втором этаже и ушел. Так, так, так. Сереги. Стаканчик. Чего? А ты не хочешь поздравить с Новым годом? С Новым годом. Гениально. Это ж новогодняя серия, надо радоваться. Ура, ребята, это очень круто, это классный праздник. 2021 год. Я просто 300 IQ. Серега. Я понял, минус один, это не 300. А минус 300. Давай договоримся. Димас. Что? О, привет. Давай с тобой я буду. Нет, я один. Не, я с тобой. Мне пофиг, я с тобой. Я буду я тебя замочу. Все, битва Деда Морозов на улице. Давайте, пацаны, дуэль. Кто кого? Два Деда Мороза встречаются. Мы посмотрим. Два бешеных Деда Мороза. Так это нечестно. Ты взял не ту пилу, это Serious Sam 2. А можете мне заспомнить? Серега пусть заспомнит. И на счет 3 я отчитаю, будете драться. Так, вы готовы, пацаны? Раз, два, 3, давайте, битва началась. Ой-ой-ой, это что-то опасное. Ха-ха-ха, Серега, давай! Я за тебя болею, поставил $1. Ну! Ха-ха-ха-ха! Столбы не ломайте, новые столбы, только ремонт сделали. Давай, Серега, ну ты сможешь, ну давай. Ну, Сережка! Да, ну, кровяша у кого-то из жопы идет. Все, Серега, ты Дед Мороз. Ах ты, Дед Мороз вонючий. Опасный Дед Мороз. Это бешеный Дед Мороз с бензопилой. Я еще ни разу не умер. Серега, ты что, не можешь исправить это? Справлюсь. Классный домик. Завожу. Так, заходим. Я слышу, как он всех мочит.
очень хороший мальчик. Опа. А где он? Ты оружие. Я только слышу, как бензопила и трупы появляются справа вверху. Серега убил того, Серега убил всего. Ой, прикольная квартирка. Ха, стола нету. Серега мимо меня. О, Серега, давай я обнулю карты и посмотрим, появятся двери на карте или нет. Воу, музычка классная. О, новогодняя. О, появились. Появились двери? Окна. Окна, окна появились? Да. Так ты что, их опять разломаешь сейчас все. Так, спускаемся. Давайте, а где он? Может, ее удалить можно? Нет, там нема двери, это текстурка просто. А где Серега? Такой шум, а его нету. Сюда. А, здравствуй. По кругу хожу. А ты где, на улице? Эй, осторожно, я боюсь этого психа. Серега меня никогда в жизни не найдет. Я буду с дробовиком. Кто кого? Собака с дробовиком собачьего патруля? Или Серега с бензопилой? Не трогай меня. Хочет делать. Так, ого, я могу высоко прыгать, независимо от маленького скина. Ого, он псих, он там ломает всю квартиру нам, весь дом. О, я знаю, что надо сделать. Где он? На! Где он? Где он? На! Тима! Мы ломаем дом. Я люблю это делать. Отойди, я так начал. Блин, я косожопый, не могу в окно попасть. О, попал. Ой. Ой, музычка заиграла. О, вот это новогоднее настроение точно. Да, прикольно. Ну, давайте еще возьмем гранат. Пацаны, выходим на улицу и забрасываем всех гранатами. Эй, свали. О, классическая музыка. Ух ты, вот это меня откинуло от взрыва. Гон меня ослепляет. Я вовнутрь дома. Всем конец. Дайте бензопилу. Ух ты, взрыв. А побежал, 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 Сережка. Давай. А что ты умер? Так, ребята, теперь я тоже бешеный Дед Мороз с бензопилой. Два бешеных Дед Мороз. Заводим. Прикольно заводится, очень реалистично. И глохнет. Я наглохну почему-то. Давай, пили, пили, пили. А, ты меня хочешь запилить? Странно, дамажит она. О, во-во-во-во. И дым пошел. И рукам тепло. Иди сюда. Ха-ха-ха. Классный Дед Мороз. Серега, иди сюда. А ну-ка. Давай, иди сюда. Бешеный Дед Мороз против Деда Мороза. На! Это тебе за тот раз. Ах ты, стакан говно. А, это что? О, прикольно. Вот звук офигенно реализованный. Классно сделали. Иди сюда. Я псих. На. Вот это я головой об козырек лупанулся. Это было очень жестко. Так, Серега, ты где? Бегаю, мочу всех бензопилой. Давай ПВП. Ты против меня на улице. Ты готов? Сейчас. Я хочу подсказать, что Дед Мороз тоже может. Нельзя тут быть. Опасно возле Деда Мороза находиться. Так. Ну что? Я готов. Давай. Раз, два, три. Давай, выиграй сильнейший Дед Мороз. Давай еще раз. Давай. Раз, два, три. И я, друзья, что ж, если вам понравилась новогодняя серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, смотрите по ВКонтакте. Ну а всех с Новым годом и всем пока.